Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности». И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности начальника управления наркоконтроля Рязанской области Олег Андреяшкин. Здравствуйте, Олег Евгеньевич. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить с вами об акции «Сообщи, где торгуют смертью». Если можно, несколько слов об этой акции. Когда она стартовала, как долго она проводится? И, может быть, какие-то итоги на сегодняшний день уже можно подвести? Да, могу сказать, что акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится уже традиционно на протяжении нескольких последних лет. Главная цель и задача этой акции – привлечение дополнительного внимания общественности, населения Рязанской области к проблеме незаконного оборота наркотиков и предложение всем гражданам, кому что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, лиц, которые причастны к этой противоправной деятельности, сообщать на телефоны доверия наркоконтроля, которые имеются в областном управлении и в четырех межрайонных отделах – Сасово, Касимов, Шилово и Скопин. В этом году второй этап этой акции проводился в период с 19 по 28 ноября. За период акции на телефоны доверия управления межрайонных отделов поступило порядка 30 сообщений граждан. Необходимо сказать, что ряд из этих сообщений традиционно уже, так получается, носят оперативно значимый характер. Ну вот в качестве одного примера вот этого этапа акции могу привести следующий. Оперативным сотрудникам Шиловского межрайонного отдела поступила информация о причастности жителя одного из отдаленных сел Шиловского района к незаконному обороту наркотиков. В ходе предварительной проверки этой информации она подтвердилась. Ну и в ходе проведения дальнейших мероприятий был задержан 54-летний житель одного из сел Шиловского района. Как выяснилось позже, он был 8 раз ранее судимый за совершение общеуголовных преступлений. В общей сложности провел в местах лишения свободы около 15 лет. Однако, выйдя последний раз на свободу, не прекратил заниматься противоправной деятельностью, только в этот раз она была связана уже с незаконным оборотом наркотиков. В ходе проведения обследования его жилого помещения, где он проживал, было обнаружено и изъято более 2,5 килограммов наркотического средства марихуана, а также более килограмма наркосодержащего растения конопля. Олег Евгеньевич, если мы посмотрим на статистику изъятых наркотиков вот за прошедший год, скажите, какие наркотики сегодня чаще изымаются? Синтетические? Динамика изменения наркоситуации за последние год-два претерпела серьезные изменения. Локализация дизморфинного фактора наркоситуации, который хорошо известен, мы о проблеме дизморфинной наркомании очень много говорили. Так вот, локализация этой проблемы повлекла за собой значительный рост преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков синтетического происхождения. Их можно назвать иными словами, более привычными для простых жителей курительные смеси, спайсы, миксы и так далее. С точки зрения законодателя их можно назвать новые потенциально опасные психоактивные вещества. За истекший период 2014 года, если брать структуру изъятых незаконного оборота наркотиков, то всего управлением наркоконтроля изъято чуть более 90 килограммов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Из них более 20 килограммов синтетических наркотиков и порядка 70 килограммов наркотиков, так называемого естественного растительного происхождения. Но здесь необходимо отметить, что если условная разовая доза наркотиков растительного происхождения она измеряется несколькими граммами, то условная разовая доза потребителя синтетических наркотиков измеряется от 0,001 граммы, то есть минимально мизерные дозы. И именно в этом существует серьезная проблема, связанная с многочисленными отравлениями от потребления данных психоактивных веществ. Они несут очень серьезную угрозу в плане нанесения вреда здоровью человека. Действительно, спайсы, курительные смеси на сегодняшний день – это настоящий бич нашего общества. Насколько я знаю, в Госдуме сейчас рассматривается законопроект о введении уголовной ответственности за распространение этих наркотиков и административной ответственности для тех, кто употребляет эти наркотики. Вот с вашей точки зрения, это как-то поможет изменить ситуацию? Поясню здесь особенности ситуации, связанной с внесением данного законопроекта. Сразу скажу, что и инициаторами внесения данного законопроекта и разработки являлась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Ситуация осложнялась следующим. Незаконный оборот синтетических наркотических средств сопровождался тем, что постоянно на наркорынке появлялись психоактивные вещества, которые де-факто оказывали такое же негативное воздействие, психоактивное воздействие на организм человека, но
но де юре не были включены в списки подконтрольных веществ, которые определяются соответствующим постановлением правительства и за участие в незаконном обороте, которых наступает уголовная либо административная ответственность. Так называемые вещества, которые не внесены в подконтрольные списки, за них уголовная ответственность наступить не может, поскольку они не запрещены к обороту. Вместе с тем предпринимались усилия, как только появлялось новое вещество, данные о нем сообщались нами в федеральную службу, также поступали другие регионы, затем направлялись соответствующие инициативы в правительство, ну и проходил какой-то достаточно длительный промежуток времени, когда эти вещества все-таки попадали в списки подконтрольных, и за них уже наступала уголовная ответственность. Так вот, основная цель данного законопроекта состоит в том, чтобы ликвидировать и устранить ситуацию, которая была возможна с безнаказуемым участием в незаконном обороте психоактивных веществ, не включенных в подконтрольные списки, но являющихся такими же опасными для организма человека. Предлагается в этом законопроекте следующее. Во-первых, применить новый термин – это потенциально опасные психоактивные вещества. Вот именно такую терминологию. Внести дополнение в закон 3ФЗ о наркотических средствах и психотропных веществах, где дать толкование этому понятию, что под этим подразумевается. А под этим подразумевается потенциально опасные психоактивные вещества. Это такие вещества, которые причиняют вред здоровью человека, не включены в подконтрольные списки, но вместе с тем внесены в реестр потенциально опасных психоактивных веществ. Предполагается, что данный реестр будет вести Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. И как только органы наркоконтроля на местах в различных субъектах Российской Федерации изымаются из незаконного оборота психоактивные вещества, которые не включены в списки подконтрольных, но причиняют такой же негативный вред здоровью человека, мы сообщаем эту информацию в Федеральный центр, там решением руководства СКН России эти вещества вносятся в реестр. И за них может наступить такая же уголовная ответственность. В связи с чем Уголовный кодекс Российской Федерации предлагается дополнить статьей 234 прим, которая предусматривает уголовную ответственность, ну, максимальное наказание до 8 лет лишения свободы за участие в незаконном обороте новых потенциально опасных психоактивных веществ. Насколько я понимаю, на сегодняшний день лица, употребляющие подобные вещества, это главным образом молодежь. Ведется ли какая-то профилактическая работа? Да, к сожалению, вот основной так называемой аудитории потребления потенциально опасных синтетических психоактивных веществ является молодежь в возрасте вот от 18 до 30 лет. Ну, есть даже и несовершеннолетние граждане, которые причастны к потреблению психоактивных веществ. В связи с этим ведется большая целенаправленная работа. Ну, во-первых, в рамках областной целевой программы противодействия незаконному обороту наркотических средств, где основными исполнителями являются и Министерство образования, Министерство здравоохранения, правоохранительные органы, ну и другие органы власти, которые принимают каждое свое участие в части их касающейся, в частности, какие мероприятия осуществляются. Во-первых, осуществляется комплекс мероприятий в рамках закона 3ФЗ, направленный на раннее выявление наркопотребителей. Он состоит из двух составляющих. Первое – это социально-психологическое тестирование учащихся на предмет потребления наркотиков. Этим занимаются специалисты Министерства образования. То есть они проводят социологические опросы среди учащихся и выявляют те категории, те аудитории, которые потенциально опасны с точки зрения потребления наркотиков. Вот. Затем, по результатам проведения вот этих социально-психологических тестирований определяются группы риска наиболее опасные, с которыми уже занимаются специалисты Министерства здравоохранения. Они проводят с этими аудиториями профмедосмотры. То есть, собственно говоря, ну, само тестирование на предмет потребления наркотических средств. Вот. В этом учебном году, в 2014 учебном году, выявлено уже 14 положительных тестов в отношении учащихся. Эта информация абсолютно конфиденциальная, она остается между врачом и самим пациентом. Вот. Для чего предназначено это мероприятие? Для того, чтобы на более ранней стадии выявить факт потребления наркотиков и предложить оказать потребителю, предоставить ему необходимую медицинскую, психологическую и иную помощь, чтобы он смог отказаться от этой пагубной привычки, пока она не стала зависимостью и пока она не повлекла привлечение его к административной либо уголовной ответственности. Вот. Затем проводится, помимо комплекса мер по раннему выявлению наркопотребителей, проводятся активные профилактические мероприятия также специалистами здравоохранения,
управления наркоконтроля Министерства образования в школах среди учащихся так называемые разъяснительные профилактические мероприятия. Одно из них проходит в формате интернет-урок «Имея право знать», где мы доводим в доступной и наглядной форме всем учащимся о возможности узнать все о проблеме незаконного оборота наркотиков через сайт «ФСКН России», где расположена соответствующая информация, в которой можно узнать все сведения о проблемах незаконного оборота наркотиков, об ответственности, о последствиях, как выйти, как отказаться и так далее. Причем в достаточно игровой и интересной для учащихся форме. Проводится, кроме работы с учащимися, разъяснительной работы с учащимися, проводятся мероприятия также вот теми учреждениями, которые я назвал, с родителями учащихся, где также им разъясняются все вопросы, связанные вот с этой проблемой. Кроме того, в течение даже 2014 года проведен уже целый ряд семинаров для педагогических работников учебных заведений. До них доводится информация, направленная на то, какие существуют первичные признаки потребления наркотиков среди учащихся, что делать в случае выявления, куда обращаться. Доводятся алгоритмы действий в случае выявления таких фактов. Большое спасибо, Олег Евгеньевич, что вы нашли время сегодня к нам прийти, поговорить с нами. Ну, а я напоминаю, что в эфире телекомпании «Город» была программа «Подробности». Увидимся с вами в следующих выпусках.